Снова здравствуйте, установка ПО. Это у нас будет STM32 QBMX и Kale. Что делает QBMX? Он, по сути, генератор шаблонного проекта. Вы в визуальном интерфейсе назначили какие-то пины, тайминги, прерывания. У FreeRTOS размеры стеков задач, таймеров, длительности периодов, еще что-нибудь. И он вам генерирует проект. Причем, допустим, у вас проект уже был, этот же самый. Вы взяли, допустим, добавили вход какой-нибудь АЦП, мерить напряжение батарейки решили. И он вам его как бы дописывает инициализацию ADC периферии. И ваш код не трогает, который уже был до этого в пользовательских секциях. В любом случае, это инструмент, который необходим. Без него, ну, нужно быть извращенцем, чтобы что-то пробовать без него. Все используют. Процентов может 99. Kale. Сред разработки под STM32. Ну, я могу только 3 насчитать, там, YAR Embedded System, STM32 QBIDE, вот этот Kale и какая-то CocoBox или CocoBox, ну, что-то, в общем. Почему Kale? STM-овская, она, ну, мне кажется, ST Microelectronics, их программисты немного недорабатывают свои среды разработки. Была у меня детская травма, когда при добавлении строчки просто висла среда разработки. ST Visual Develop она называлась. И я гуглил там форумы ST Community, кто-то из ихних мемберов написал, типа, попробуйте другую среду разработки. И я так, и перешел на, по-моему, YAR Workbench она называлась. И уже там на ней сидел. Потом STM8 уже поднадоел. Я перешел на STM32. Посмотрел, там оно называется YAR Embedded Workbench. Что-то там мне не понравилось. STM32 QBIDE даже не стал. На тот момент ее описывали как сырую. И Kale, решил использовать его. Ну и вам советую. Вот. Как поставить, я дальше расскажу. Ну, на случай, если что-то будет не получаться, тема изъезжена, как их поставить. Роликов отснято миллиард. Я не обижусь, что если у вас что-то не получится поставить по моей инструкции, что вы посмотрите в другом ролике, это понятное дело, что ваше право. Ладно, несу всякую чушь, как и в предыдущем ролике. Все, ставим. STM32 QBMX. Поиски STM32 пробел кубе пробел MX. Вот буквально верхняя ссылка, наша тема. Там мотаем до тех пор, пока не увидим 3 ссылки: Linux, macOS и Винда. Ну, у меня Винда, я выбрал Винду. И вроде как все идет хорошо, принять условия лицензионного соглашения. И тут, короче, оп, надо как бы регистрироваться. Но в моем случае логин, что он у меня есть, а вам надо будет зарегистрироваться. И когда вы это сделаете, он вам даст его скачать. И тут, друзья, тема такая. Сделайте вот, ну, дружеский совет, папочку, куда скидываете все вот эти вот проги.
что если вы ее снесете, не понравится, а потом захотите вернуться, чтобы по новой не качать, не искать в загрузках браузера, лучше сделать свалку в каком-то одном месте. Ну, типа удобнее так будет. Кейл. История та же. Кейл, пробел, STM32. Также верхняя ссылочка. Сайт у них, конечно, замороченный. Какие-то использовать куки. Как там шутка была про куки? Чешутся куки по три их. Но это в браузерном плане, естественно. Так, а нам надо здесь в разделе Download. Product Downloads. MDK-ARM. Это наша тема. Тыкаем в нее. Регистрироваться вроде не надо, но надо все ввести. Где job title? Я вообще, по-моему, 3 единицы писал. Он схавал. Ну и также он дает ссылку на скачку. В нее тыкаем и качаем в ту папочку, куда качали QBMX. Когда поставили QBMX, тут же начинается жрачка интернета. Вообще, как не в себя. Вот что бы вы ни нажали. В данном случае Access to MCU Selector. И, короче, он думает. В портнамбере попробуем ввести нашу 103-ю серию. И выбрать наш любимый C8T6. По нему двойным тычком. И, скорее всего, он у вас начнет там опять что-то закачивать. Паки какие-то. Может на полчаса даже затянуться. Но в конце концов появится распиновка микрухи. Мы тыкаем сгенерировать проект. Он говорит, нифига, введите имя. А мы еще забыли, что надо выбрать проект генерацию под, ну, MDK ARM, это под Kale. Вводим пофиг какое имя, нам надо проверить, что все работает. Тут можно посмотреть, что есть, клоки, пины. Ну, короче, проверяем, что MDK ARM, все прочее, нажимаем генерировать код. Кейл уже, я так полагаю, у вас поставлен. Думает он недолго. Нажимаем Open Project. И должен при этом стартануть Кейл. Если все нормально, он запустился. Там в нем какие-то файлы. Он что-то в Main C даже есть. Все круто. Короче, нажимаем F7. Для того, чтобы проверить, что он будет компилировать и компилировать без ошибок. Ну, как правило, делает он это недолго. Если вы что-то уже в готовом проекте изменили, а если вы его только сгенерировали, то да, там он может и 30 секунд думать. Ну, у меня Core i3 2140 думает. Ну вот, в реал-тайме, короче. Ага, есть. Короче, нам надо добиться, чтобы было по нулям ошибок. Это означает, что все работает. На этом с установкой ПО пока все. Как это говорится, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. В следующем, я даже не знаю, уроке, мы не будем создавать новый проект. Мы будем рассуждать HAL или LL. Короче, это все определимся. Пока, всем пока. Спасибо.